Всем привет! Вышла вот на огород посмотреть, что у нас здесь вылезло. Дождя не было уже 2 месяца. Кроме травы, короче, ничего нету. Вообще. Ничего не хочет расти. Вон иду, курица моя вылезла. Иду забирать. Трава лезет. И все. Сегодня что-то там должно капнуть, но не знаю. Урожая, короче, в этом году нечего нам ждать. Мои рядочки, у соседей он. Одна трава. И полоть уже не влезешь, не пополишь, потому что если что-то там где-то начало наклевываться, поспалываем и то. Короче, будем ждать. Не знаю, как оно все это дело будет. Садили еще в марте месяце кое-что. Основную часть мы садили в апреле. Вот в начале апреля посадили баштан. То есть кавуны, арбузы на русском языке. Мы говорим кавуны, дыни. Огурец. Короче, ничего не вылазит. Вот лук вылез. Дохленький такой. Надо, кстати, его пополоть, потому что березка растет. Все, больше ничего нету. Давай, иди туда. Сейчас я калитку открою, зайдешь. Петрушка прошлого года. Чеснок. Тот, что зимой был. Давай, заходи. Давай, давай. Заходи. Гуси мои нарвала травы, им кинула. Вот такие вот дела. Укроп садила еще в середине марта. Вот в итоге какой укроп. Вот такой вот укроп. Петрушка даже не вылезла. Вся лопается. Влаги нету совсем. Я же говорю, больше 2 месяцев нету дождя. Так что вот такие вот дела. Еще одна моя курица вылезла. Под люки, блин, лазит. Вот пшеница у соседей. Ну, на данный момент это никудышняя. Не будет в этом году толком ничего. Вот она желтеет. Дождя нету. Конечно, мы расстроены. Очень сильно. Вот такие вот пироги. Вот вылез горох. Вот такой вот горох, манипусенький. Не знаю, ничего не будет в этом году. Морковки нету, бурячка нету.
Ничего нету. Ветер дует, может, принесет нам дождика. В городах дожди идут на асфальт, а нам дождя нет. Так вот. Так, наверное, я сейчас загоню курицу. Лазят по чужих огородах. А ну давай, бежим до Петеньки, бежим. Он зовет вас. Давай, давай, заходи. Нашли лазейку и все, вылазит. Уже и крылья пообрезала им. Они все равно вылазят там. Я вот здесь вот сетку сверху прикрутила, потому что только увидели где-то лазеечку, сразу лезут. А вон у соседей маленький заборчик шифера. Они туда прыгают, короче, и вылазят. В этом году толком и смородины не будет. Вот. Чуть-чуть. Были морозы, когда она должна была, когда были цветочки, когда она цвела, были сильные морозы, все попадало. Вот толком не будет смородины. Шелковица будет вот много маленьких. И вот есть шелковица будет. Если, конечно, сейчас морозы не бахнут. А вот смородины очень мало. А вот маленький абрикосик. Вот. Вот абрикоса тоже в этом году мало. Вот он сохнет. Это колеровка, это большой. Сохнут веточки и все. Вот есть пару штук еще. Вот пионы, может, расцветут, если их не сидят мурахи. Вот видите, сколько мурах в цветочках лазит. Там еще нету нектара, ничего, они лазят. У меня здесь два кустика во дворе. Кыш. Мурах, конечно, полно. Наконец-то расцвели мои нарциссы. Это поздний сорт. Вот еще не раскрылся. Вот такие вот нарциссы. Желтый тюльпанчик. Это тоже поздние
все практически уже поотцветались. Вот тюльпанчики. Красотень. Тюльпаны какие. Вот этот тюльпан такой красивый. Когда отцветется, надо пересадить. А то здесь скутер стоит. Короче, территория папы, скажем так. Надо его будет отсюда пересадить. Так что, кому было интересно, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.